Для вас означает благотворительность? Благотворительность в нашем случае, наверное, это та вещь, о которой мы предпочитаем, наверное, публично не говорить, а делать поступки, которых, в общем, знают только те, кому они имеют отношение. Да. Вы какой-то готовили сегодня специальную программу, какой-то сет, что вот будет звучать сегодня? 12 песен, много новых песен и много старых. Честно говоря, мы просто вот выбирали песни, которые нам хотелось сейчас сыграть. Не было никакой концепции. Может быть, какие-то песни будут меняться по ходу самого концерта. Мы сейчас увидим лица зрителей и, может быть, какие-то коррективы. Хотя, в принципе, в общем, будем петь 5 песен, которые, в общем, давно, наверное, не играли. Какие? Полковнику никто не пишет, да. Мы уже лет 10 не играем, Серебро не играем лет 10, Скользкие улицы лет 12 не играем, да. Решили что-то сегодня сыграть. Ну, да, так старенько. Меня зовут Екатерина Шергова, я директор фонда «Подари жизнь». Спасибо. Хотя это не мне. Я не то чтобы большой специалист по публичным выступлениям, поэтому вы меня извините, у меня тут шпаргалка есть в руках, я в нее посмотрю и постараюсь продолжить без нее. Те, кто давно знают фонд «Подари жизнь», знают, что мы не умеем отмечать свой день рождения, так как вот это делают обычные люди, вот этот торт со свечками собрались, выпили, задули, пожелали. Мы обязательно что-нибудь на свой день рождения придумываем. Был год, когда мы сдавали кровь. Был год, когда мы устроили субботник в центре Рогачева, который тогда построился. Потом мы придумали безумное чаепитие. И вот в этом году мы решили на этом не останавливаться и придумали новый проект. И я знаю, что в этом зале есть люди, которые принимали в нем участие. Называется он «Брю Баттл». Давайте, это наши новые друзья, давайте мы их поприветствуем и поблагодарим. Отлично, что вы в нашей компании. Спасибо вам. Есть еще те, кто тоже участвовал в «Брю Баттл», но, к сожалению, не выиграл. И есть еще те, кто не смог сегодня прийти. Они нас смотрят сейчас в прямом эфире в социальной сети «Одноклассники» и на сайте фонда «Подари жизнь». А есть еще одни друзья, которых я тоже хочу сказать отдельно. Это старые друзья, которые много лет нам помогают. И я страшно благодарна всей команде Музея Москвы, который нас принимает здесь. И лично я благодарна своему старому и давнему другу, директору Музея Москвы Алине Сахаровне. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рада, что у нас в музее сегодня проходит это событие. Я поздравляю, Катя, тебя лично, фонд «Подари жизнь» и ту команду, которая здесь присутствует, и партнеров, друзей этого замечательного, прекрасного фонда. Ну, а для нас, для Музея Москвы, вы понимаете, основной вид деятельности, конечно, выставки, экскурсии, разные мероприятия, но поскольку мы Музей Москвы, то у нас происходит самое разное. Концерта «Би-2» у нас еще не было, но теперь будут и рок-концерты, я думаю. И еще одно прекрасное совпадение. У нас на самом деле в эти дни отмечается 122 года музею. Хотя про нас говорят самый молодой музей города. Ну, потому что мы здесь не так давно, вы видите, еще не все у нас здесь приведено в порядок. Но, пользуясь случаем, вот такие прекрасные вечера есть возможность сделать. Спасибо, что выбрали нас, фонд «Подари жизнь». Спасибо вам, что вы сегодня здесь. И я очень рада, что сегодня «Би-2» в Музее Москвы. Ура! И последнее, о чем я хочу сказать, это, конечно, поблагодарить группу «Би-2», которые вот
везет фонду «Подари жизнь» с друзьями, которые вот готовы в декабре, когда вот концерты, корпоративы, итоги года у всех и так далее, но люди приходят и делают для нас с вами такой фантастический праздник. Спасибо большое, Би-2, за этот подарок. Так, друзья, а вот и чай. Двумя руками удобнее. Спасибо, держу. А теперь здравствуйте. Мы двумя руками за живое общение. А настроиться на него помогают легкие фруктовые нотки чая Тесс Пляжа. Тесс. Красивое начало живого общения. Спасибо, это не нам, это вам. Всем, кто помогает детям. Любая сумма может спасти чью-то жизнь. Отправь СМС на короткий номер 6162. Спасибо. Благотворительный фонд «Подари жизнь». Добрый вечер, дамы и господа. Сейчас у нас жених повесит наушники. И мы начнем наш концерт. Тревогу, печальный призрак нашей
привычный мир никогда не вернется, он не вернется. В колокол бьет, объявляя тревогу, печальный призрак нашей свободы, но не услышат и не помогут мертвые боги. Спасибо. Темнота.
Скелеты боятся, скелеты в шкафу рвутся от нагрузки. Всемирная сеть, нам двоим достался один парашют. Значит, прыгнем вместе и будем лететь. Красна моя любовь. Стою под дождем, ты в нарядном платье встречаешь весну. Мы все ждем чего-то, куда-то идем, и все время платим. Уж не тот, не меняет факт, что ты еще одна, все так же прекрасна моя. Тройной тулуп, но тает снег,
поет меха, гармошка фирмы Ямаха. Пускай круто меня заносит, душа чудо сейчас просит, чтобы Иркутска, чтоб Норильска, какой русский не пьет виски. Заносит душа чудо сейчас просит, чтоб Иркутске, чтоб Норильске, какой русский не пьет виски. Пускай круто меня заносит душа чудо сейчас просит, чтоб Иркутске, чтоб Норильске, какой русский не пьет виски. Пускай круто меня заносит душа чудо сейчас просит, чтоб Иркутске, чтоб Норильске, какой русский не пьет виски. Спасибо. Я каждый день замыкаю скобки, не все хоккей в черепной коробке. На пляже и безнадежной пробке я себя нигде не чувствую своим. Стою, курю в ледяном подъезде, мой телефон никуда не ездит, а мне так хочется быть полезным, знать, что я кому-нибудь не обходил. Я всегда испытываю счастье там, где я могу быть настоящим, где в толпе возможно затеряться и не нужно кем-то притворяться. Пусть судьба ведет меня кругами, треснул пополам философский камень, но отчаянно к огню стремится хрупкий мотылёк, самоубийца. Пожарик красочных революций в потоках слов, что с экрана плюются. Я не нашел никаких инструкций по выживанию моей души. Когда тебя прибирают к стенке, не так легко различать оттенки, и представляется слишком мелким то, что до сих пор казалось мне большим. Всегда испытываю счастье там, где я могу быть настоящим, где в толпе возможно затеряться и не нужно кем-то притворяться. Пусть судьба ведет меня кругами, треснул пополам философский камень, но
где в толпе возможно затеряться. И не нужно кем-то притворяться. Пусть судьба ведет меня кругами. Треснул пополам философский камень. Но отчаянно к огню стремиться. Хрупкий мотылёк самоубийца. Thank you.
я не один, но без тебя просто никто. Все, кроме любви, вся наша жизнь так далеко. Спасибо. Глаза в размытый горизонт, прямо с потолка идет бесшумный дождь, бегущая строка уперлась в переплет, любовь и чужая, горят города, и извилистый путь затянулся петлей. Да все дороги ведут в никуда, настала пора возвращаться домой. Заполнила перрон, и мальчик за стеклом все машет мне рукой. Каждая судьба завязана со мной, и в памяти живой давно снесенный дом. Любовью чужой горят города, и звездный путь затянулся петлей. Когда все дороги ведут никуда, настала пора возвращаться домой. Летящего на смерть, кипарисы, пальмы, лазурь, загар не доспех. Тут мусон прозвали Мансум, пейзажи как во сне. Но чем замазать тоску по месту, где нас нет? Здесь пусть не комфортно и не лефортово, а ты упорно ждешь телепорт домой, чтобы тортула. Во старой формуле в дом родной тени Тортунга. Здесь ты видел все шахты Дортмунда, скалы Корнула, стадо морлоков из трущоб раннего Орвала. Книг на ладони странника мир, пока связи порваны с точкой Яно. Кому в горле глотку чесала, подработки швейцаром, стакан водки Шинзана. Хули что делать, если победа сердца над разумом? И все надоело среди туземцев быть пасынком. Позади райну расовый, домикадзе мы. Впереди меркамер газовый, армия Власова, казни массовых. Но все же тянет нас, отстой потряхивает. Ходим в родное антипространство. Что сказать, что остаться писать, что писать, что умрешь, ну как эмигрантский запас. Слово без подпитки, живой настоящий речи. Ты думал, ты выживешь без нее, но расстоянки нечем. Заходить, думал, пройдет, ты ничего расстояние лечит. Мой язык в мягкой не стал, ни на грамм не вечен. Им хамок редеши, лишь ладони, и как сложил ближе к колбу. За спиной таракани бега, Париж и Стамбул. 300 коньяка, самолет все выше и стал вдруг. Описав круг, на высом точкой дерзай, друг, отдал в лесу. Любовь и чужая,
горят города, и свинистый путь затянулся петлей. Когда все дороги ведут никуда, настала пора возвращаться домой. Любовь не чужой, горят города, и свинистый путь затянулся петлей. Когда все дороги ведут никуда, настала пора возвращаться домой. Спасибо. Thank you.
воздух и скрип, и просто поверить. Лопнет, как мыльный пузырь, самый страшный кошмар. Вспыхнет в груди, но не согреет. Сердце оставит пустым янтарный пожар. Сказки, улицы и на марке с улицы помяты крылья несчастной любви. Минуты отмечены случайными встречными, но никто не ответит, что ждет впереди. Плавится лед на бархатном теле, тает, как легкий дымок, короткая ночь. Время пройдет и однажды развеет пестрые ленты дорог сомнением прав. Впереди. Послушаем вас. Сказки. А погромче. Thank you.
любви. Минуты отмечены случайными встречами, но никто не ответит. Спасибо. Спасибо. Ну что, споем что-нибудь вместе? И то, что было, надо. Откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель. Не новое, а заново. Один и об одном. Дорога — мой дом, и для любви. Прольются все слова, как дождь. И там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. Я заплету волосы лентой и не способный на покой, я знак подам тебе рукой. Прощаюсь с тобой, как будто с легендой. Теперь вы поете, а мы послушаем. Мой рок-н-ролл — это не цель. Не новое, а заново. Один и об одном. Дорога — мой дом,
и для любви. Дорога мой дом, и для любви. Дорога мой дом, и для любви. Это не место. Дорога мой дом, и для любви.
Вечную свободу. Не потерять бы в серебре ее одну заветную. Не по себе этой тихой и чужой зимы, с которой я на ты, нам не стерпеть друг друга. И до войны мне не добраться никогда, моя безумная звезда ведет меня по кругу. Терять бы в серебре ее одну заветную. Облака застыл неверный свет, и в нем перемешались города, и я
зову я не смело. Не потерять бы в серебре ее одну заветную. Подарить жизнь может каждый. В беде важно знать, что ты не один. Каждому из нас под силу протянуть руку. Просто отправь смс на номер 6162 и напиши любую сумму, которую хочешь перечислить. Благотворительный фонд «Подари жизнь». Так, друзья, а вот и чай. Двумя руками удобнее. Спасибо, держу. А теперь здравствуйте. Мы двумя руками за живое общение. А настроиться на него помогают легкие фруктовые нотки чая Тесс Пляжа. Тесс. Красивое начало живого общения.